Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В воскресенье в Самарской области пасмурно, пройдет снег, местами сильный, днем минус 2, минус 4 градуса, ночью 0, минус 2. Ветер юго-западный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, снег, днем минус 2, ночью 0 градусов, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти тучи и сильный снег, температура воздуха днем минус 3 градуса, ночью 1 с минусом. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет сильный снег. Днем минус 3 градуса, ночью 2 ниже 0. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.